Всем привет, это мини-влог, как я еду на озвучку, вот, так что, кто ест, приятного аппетита, а мы погнали. В общем, все, мы едем, мы приедем через 12 минут, это кстати, мой папа. Вот, сейчас в центре Москвы, красиво тут. Кстати, я смотрел, Макс, почему-то трек не вышел. Но я сказал, типа, Денису, чтобы вышел, ну, чтобы он написал на трешке у нас точно-точно такие же данные, как у меня. Вот, тогда, возможно, выйдет, чтобы два исполнителя как раз написали. Так что, возможно, у меня 7 февраля выйдет еще новый трек совместно с Shadows Blade. Его зовут Денис. Ты просто видишь, что, кажется, тогда его сразу поставил слишком быстро, ты не дал время на модерацию, и у него что-то разбилось. Ну, в общем... Надо перевыпустить, мне кажется, его по новому значению. Мне вообще, мне кажется, надо сделать прям надо полностью... удалить его и удалить, да. Удали и по новому поставить. Дай там время, неделю, например. Вообще, этот трек должен был выйти, ну, может, недели две назад, неделю. Модерация сложная. Модерация, да. Со старыми треками я прям заранее ставил, это с прошлого года. Я в 23-м году сделал и выложил в 24-м. Так что модерация там прошла успешно, все хорошо. О, кстати, хочешь тебе сказать прикол? Давай. Сейчас покажу, можешь так найти в телефоне. Владимир Герматиков, найди фильм «Мио, мой Мио». И там, вот он этот фильм когда снял в 80-х годах, там играл мальчик, вот этот мальчик из Лондона. Так это сейчас... Ну вот, нашел. Мио. Ну вот, мой Мио. Вот, смотри, кто там играл. У него вот этот вот Кей. Как его зовут? Какой-то Кристиан Бейл. Кристиан Бейл, который играл в это... Смотри, он какой это... Он сейчас в Голливуде снимается. Вот я вижу. Он играл этого, как его... Он этого... Бэтмена. Бэтмена. Посмотри, зайди в Кинопоиск, да он вообще очень крутой актер, он вообще кучу этого сыграл. Вот он здесь сыграл, да, он легендарно сыграл Бэтмен, Бэтмен Начало, Бэтмен Возрождение, Черный Рыцарь, Престиж, Бэтмен Начало, Тор. Да, это прикинь, вот Владимир Герматиков снимал еще в детстве какого актера, легенду. Что я иду к легендарному режиссеру Владимиру Грамматикову. Чё? Колесо? Колесо, говорит, переднее. Чё у меня? Чё такое? Что-то впустил. Спустил? Спустил. Поедем. Итак, мы приехали. Смотри-ка, посмотри, там это сколько стоянка там стоит. Итак, сейчас мы пойдем узнаем, сколько стоит стоянка. На улице, кстати, хорошо. Я тут не заляпал. А, ну все. Мне показалось то, что этот камера заляпана. Так, вот рублей. Ну да. Так что бесплатная стоянка. Повезло. Это отлично. 80 рублей. Да, 80. Сейчас.
Вот так вот. Сейчас мы все сделаем и придем. Так что, давайте. Для вас придет секунда, для нас, не знаю, ну может минут 5. Давайте. Ну, в общем, я пришел. Тут так-то очень классно. Вот, вот так вот все. Такая вот студия. Так что скоро, скоро будем записываться. Вот. Ну, так что все, давайте. Итак, друзья, все, я озвучился. И вообще так-то озвучка прошла быстро. Прикольно, бандры. Вот, так что это реально классно все. Все прошло успешно, все сделал быстро, четко. Сейчас поедем взять решено монтаж. Сейчас, фокус. На, подержи. Ну-ка, давай, сними меня. Я сейчас фоткать буду. Я прям модель. До свидания. Кстати, студия прикольная. Там прям комфортно. Я, кстати, посмотрел кадры. Да, в принципе, играю хорошо. Прикольно. У меня там роль хулигана. Вот такие пироги. Твои комментарии. Это все? Да. Продюсеры сказали, что может тебе предложат еще следующий проект, там сериал. Роль. Видите, какой я крутой. Кстати, обидно то, что этот Владимира Грамматикова не было. Ну ничего, нормально все. Я думал то, что там режиссер будет. Шиномонтаж. Сейчас найдем шиномонтаж. 2000 years later. Капец, линза жесткая. Как-то тихонечко, блядь, надо ехать. Мы поехали, ура! Ура! Оттуда вышел. Потому что там ужасно пахнет сигаретами. Я капец там дышать не могу. Ух, а тут хотя бы нормально, более-менее. Но все равно пахнет газом тут, от машин, от всего такого. Ну, хотя бы можно дышать, но там вообще это прям жесть. Им бы еще буквы починить. Вот такая тут обстановка. Сейчас камеру переверну. Вот, в принципе, это все. Вот так вот. Еще в чем прикол, вот этот шиномонтаж, он находится в таком месте, что мы с папой его искали, ну, может, минут 20. Ну, ладно, может, вру. Ну, 10 как минимум. У нас тут информация. В общем. Оказывается, ничего не было. Что было? Я так и не понял. Ну, в общем, ничего не было. Все нормально. Все классно. Детям обратно домой. Даже вот это. Ладно. Мы, в общем, подъезжаем к дому. Так что, я думаю, на этом влог заканчивается. Всем спасибо, кто посмотрел его. Желаю всем удачи. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, пишите комментарии, там, не знаю, ну, ставьте лайк. О, ставьте лайк. Ставьте лайк. Все, давайте, всем пока.